Приветствую вас, драгоценные братья и сестры. Мы начинаем молитвенный марафон. Я уверен, что это хорошая возможность каждому из нас смирение перед Господом молиться о мире Иерусалима. Это хорошая возможность благословлять народ Израиля. Это хорошая возможность приближаться к Господу, чтобы Божье Слово и Его обетование исполнились в нашей жизни. Давайте откроем наши сердца настолько широко, чтобы вместить то, что Бог хочет, чтобы мы делали на этой земле. И Господь говорит, просите мира Иерусалима. Господь говорит о том, чтобы мы благословляли Его народ. И я уверен, что это есть великое благословение для нас, народа Божьего, принимать участие в том, чтобы благословлять Израиль. Пусть Бог поможет нам в том, чтобы все, что говорит нам Писание, исполнилось на этой земле и в нашей жизни. Да поможет нам Бог в этом марафоне. Будьте благословенны.